Аквасанта-Терме. Небольшой городок Аквасанта-Терме расположен между горным массивом Монте-де-ла-Лага на юге и горами Сибелини на севере. Территория, как и следует из названия, богата ценными источниками термальных вод, история которых берет свое начало с момента образования местности. Во времена правления императора Августа Аквасанта считалась местом наиболее подходящим для отдыха и восстановления сил. Наличие пещеры, горячего пара, термальных вод уже тогда делали эту местность уникальной. На протяжении веков город претерпел множество испытаний: набеги франков и лангобардов, влияние монахов-бенедиктинцев, правление епископов Аскали, но несмотря на такую беспокойную историю, он смог закрепить за собой статус важного города. Целебные свойства местных сернистых вод были известны еще в древности, но строительство современного комплекса началось лишь в 1780 году. Когда Ладзаро Джосафати положил начало работам. Термальные воды с большим содержанием серы и йода при температуре 38 градусов по Цельсию активно используются для всевозможных медицинских и косметологических процедур.